Здравствуйте, дорогие друзья! На связи с вами снова Сергей Куликов, он же Моряк, и это «Фокусы от моряка». В этом видео мы продолжим делать обзоры интересных колод карт, и сегодня у нас такая довольно-таки известная колода, которая называется Bicycle Dragon Back. Это именно Gold вариант. Сейчас мы с вами посмотрим на нее и убедимся, так ли она хороша, как о ней пишут создатели. Итак, друзья, ну что ж, давайте посмотрим, что это за карты такие Bicycle Dragon Back. Итак, как вы поняли, данная колода посвящена его величеству китайскому дракону. Ну, не китайскому, вообще дракону, которого очень почитают китайцы, да? Итак, значит, что у нас на лицевой стороне рубашки? Смотрим, значит, надпись Bicycle, привычная нам, Trusted Science, ну, известные нам всем надписи, да? И вот такие вот два дракошки. С крылами, с ногами, с хвостами, значит, ну, с лапами, все как положено. Здесь посередине красуется буковка такая D. И здесь они, драконы, между собой как бы так связаны таким неким колечком. На заднем фоне такие стрелы и надпись Dragon Back, то есть возвращение дракона. Покрытие Air Cushion Finish, Made in USA. Come to play bicyclecard2.com. Ну, короче, приходи поиграть на такой-то сайт. Здесь сзади изображение, которое присутствует в этой колоде на рубашечке этой карты. Да, друзья, хочу сразу сказать, что если данные карты вам понравятся, ссылочку на покупку я оставлю в описании к видео. Эти карты есть в моем магазине, так что можете покупать. Ссылку, конечно, в описании найдете. Ну и где-нибудь сейчас она здесь появится. Итак, давайте откроем саму колоду и посмотрим, что у нас написано. Ну, здесь надпись сверху «Стандартный размер игральной карты». Открываем. Привычная всем нам уже надпись, предупреждающая, чтобы не воровать ничего, ни логотипы никакие, ничто не трогать. Итак, колода Bicycle Dragon Back. Смотрите, значит, джокеры. Джокеры здесь такие вот короли, которые едут на велике, в общем, как в байсиклах стандартах. То есть цветной король едет на велике, и гарантированный черный король также едет на лесопеде. Далее, туспик. Один в один, как в байсиклах стандартах. Далее, двойка, тройка, четверка, пятерка, шестерка. Ну, в общем, стандартные индексы, стандартные цвета, стандартные лица старших карт, немножечко только изменена расцветка. То есть, так как карты gold, соответственно, здесь золотистые цвета вместо желтых добавлены. То есть, вот такие вот карты. То есть привычные нам, по факту, как бы те же самые байсиклы стандарты, только с другой рубашкой и золотистыми цветами вместо желтых. И слегка затемнены там красный цвет, синий цвет. А лица все то же самое, шрифты те же самые, цвета, кроме красного, те же самые. На красном красный чуть потемнее. То есть все то же самое, что мы с вами видели. Ну и, конечно же, две рекламные карты. Какая здесь рубаха? Вот рубаха, смотрите, здесь вот такие вот изображения драконов. Ну, в общем, то, что мы с вами видели на оборотной, то есть на самой коробочке, да, драконы, как и здесь. Ну и как бы изображение само себя зеркалит. Ну, покрытие Air Cushion Finish говорит нам о том, что карты это, ну, точь-в-точь Bicycle стандарт по качеству. Такие же жестковатые поначалу. Но все-таки они классные. То есть, обратите внимание, все с ними раскладывается, делается изумительно. Ну, в общем, как хорошие байсикловские качественные карты. Тасовочка с ними класс. Вот знаете, даже они как-то немножечко не такие. Они какие-то, даже фиг узнает, как сказать. Как-то более... Как-то более помягче, что ли, они. Ну, в любом случае, эти карты очень походят на Bicycle стандарт. Единственное, что по качеству, по-моему, они немножечко помягче. Но, как вы видите, с ними все очень классно получается. Тасовки, веера, ленты и так далее, и тому подобное. То есть все нормально. Даже вот если они новые, они легко контролятся во время всяких флоришей. Да, пожалуйста, переворачивайте. Все как хотите, делайте.
Ну что ж, друзья, вот такая вот колода. Это был Bicycle Dragon. Напоминаю тем, кто хочет купить эти карты, ссылку на покупку я оставлю в описании к этому видео. Картишки хорошие, добротные и по цене недорогие. Ну что ж, друзья, на связи с вами был Сергей Куликов, он же Моряк. Это был обзор колоды Bicycle Dragon Back. Я с вами прощаюсь, и да хранят вас боги моря и небес. Пока!